Ну вот, дорогие друзья, заселили нас в номер. Время. А сегодня сколько время? А вон часы лежат. Сказали после 12 подойти. Да, время 12:15. Но это мы подошли, может быть, и раньше бы нас заселили. Мы там дремали на море. Но сейчас покажу, какой у нас номер. Так, ну вот дверь, правда, такая зацапанная. Ну вот здесь шкафчик. Шкафчик, ну достаточно места. Вот такая вот здесь только нет вешалок. Здесь полочки. Так, вешалки вот здесь вот. 5 штук. Здесь полки. Верхняя полка, один болтик там. Держатель отвалился, она наискось. Ну, в общем-то, она нам не нужна. Вот здесь сейф. Так, ну, налево сразу ванная комната. Ванная комната. Здесь душевая кабина вот такая вот. А, вот душевая кабина, да, она не закрывается. Это, наверное, не очень удобно. Наверное, все будет сюда вытекать. Да, надо посмотреть. Есть такой вот душ. И лейка есть. Здесь раковина. Так. Здесь холодильник. Зеркало, чайник. Там пакетики чайные. Здесь для чемоданов вот такая вот кровать. Тумбочка. Телевизор. Кондиционер. Так, муж сидит. И вот такой вот вид. Только вот я не помню, вот этот номер, этот стандарт или комфорт. Вот вопрос. Какая разница Как тебе? какая, как какая разница? У нас, в общем-то, комфорт заплачен, поэтому разница есть. Надо было раньше уточнять, что такой комфорт, что такой стандарт. Так, вот здесь вот у нас вид на море, кусочек видим моря. У нас четвертый этаж. Так, ну сейчас посмотрим. Так, ну более-менее все тут разложили. Вот что мне не нравится здесь, это вот кабина, она такая полукабина. По-моему, когда я смотрела, были еще и другие номера. Ну вот нам такой дали. Сходила на ресепшн, но сказали, что у нас все номера одинаковые. То есть я говорю, у нас же заплачен за комфорт. Есть стандартный, есть такой вот, ну, без балкона, но это номер. Есть комфорт. Когда мы смотрели билеты, туры сюда, в этот отель, не было стандартных, были только комфорт. Чем они отличаются? Ну, вот балкон есть, все, в общем-то, есть. Немного они отличаются. Но вот здесь вот нет, например, вот у раковины нет такого места, куда можно хоть что-то положить. Ну, вот там вот на раковине, конечно, места мало. Ну, вот такой вот обыкновенный фен. Зеркало. Ну, вот не знаю, как мы будем мыться, течет ли оттуда вода. Но если вот сток там хороший, то я думаю, что сюда не потечет. Ну, а так вот туалетная бумага, все есть. Полотенца все есть. Муж уже телевизор включил, он без него жить не может. И вот что мне здесь не нравится, вот здесь вот, видите, как платье не повесить. То есть вот так вот. Вот так вот полочки расположены, что подол не опускается низко.
Вот здесь вот тоже. А, вот эту... Слушай, вот эту полку, наверное, надо убрать, чтобы я повесила здесь платье. Ну, не сейчас, потом, ладно. Ну, в общем, шкаф такой, в общем, достаточно уместительный. Ну, все, я уже так вот показала. Ну, здесь для чемодана, телевизор такой. Есть наши каналы? Нет, еще не нашел. Вот, ну, вот здесь вот два ящика. Пуфик, зеркало. Одна тумбочка на этой стороне. Ну, так, ничего, уютненький номер. Много мы здесь находиться не будем. Но балкон есть, в общем, все есть, да? Муж говорит, все нормально. Ну, я же сходила, узнала, но говорит, вот у нас с балконом, значит, все у нас номера стандартные, мне сказали. Нет, комфортно. У нас только два вида номеров. Но это он, конечно, говорит неправду. Завтра встреча с гидом, уточнил. Ну, так. Уже если расположились, я даже не буду и переезжать. Даже если дадут другой номер. В общем, все есть. Поэтому как-то... Ну, балкончик вот такой вот небольшой. Балкончик небольшой. Ну и кусочек моря видно. Мы под крышей находимся. Ну, а там вот этот вот Олимпус отель. Что я еще не показала? Все вроде бы. Ну, тапочек нет, ничего нет, только там вот... Так, что тут есть? Мыльцы есть и какой-то гель, наверное, для душа. И вот это вот, не знаю, шапочка, наверное. Ну, все. Все. Такая вот полочка. Ну, в общем-то, все есть для того, чтобы комфортно отдыхать. Ну, а сейчас уже пойдем на обед, потому что в обед в 12:30, время уже... Час. Так что не опоздать бы. Чтобы зубы...